В администрации Владивостока наградили неравнодушных горожан, принявших в 2022 году активное участие в организации и сборе помощи для мобилизованных граждан. Благодарности от своего имени вручил глава города Константин Шестаков. Одной большой командой такую грандиозную задачу решить, безусловно, проще. Наверное, по-другому это физически невозможно. Вот такое время. Время, когда нужно объединиться, и благодаря этому, ну и ребятам будет явно, ну давайте так, будет чуть легче. Огромное бремя на плечах. И если вот то, что мы собираем, то, что мы производим, спасет жизни, сохранит здоровье и сделает быт там чуть проще, ну значит мы точно не зря объединились в одну большую команду. Награждаемыми стали 32 человека, а большинство из них являются предпринимателями, которые вкладывали и продолжают вкладывать свои личные средства в приобретение, производство и отправку в зоны СВО различного груза. Артем Белов, новости на восьмом.